Глава национал-либеральной партии Виталия Павличенко выиграла процесс о клевете против экс-президента Владимира Воронина. Таким образом, бывший глава государства должен принести публичные извинения и выплатить председателю НЛП 30 тысяч леев. Напомним, в 2007 году Воронин заявил на одном из телеканалов, что Павличенко является агентом КГБ и что в своей политической деятельности финансируется из Румынии. После 12-летнего судебного разбирательства Высшая судебная палата вынесла окончательное решение по этому поводу. По словам Виталия Павличенко, суд постановил, что заявления Владимира Воронина являются ложью. Учитывая доказательные акты, выданные Службой информации и безопасности Национальным советом по изучению архивов Румынии, окончательное решение Национального суда. В Молдове был создан прецедент тем, что президент не имеет права говорить все, что хочет о ком-либо, как и любой другой гражданин, который не может говорить и клеветать на другого, заявила Павличенко. По ее словам, она требовала компенсацию в размере 500 тысяч леев. Но решение суда не расстроило ее, так как, по ее словам, не деньги являются главным, а то, что никому не позволено оговаривать других. Глава НЛП добавила, что за 12 лет, которые совпали с ее председательством в партии, заявления Владимира Воронина повлияли на ее политическую карьеру.